Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать у себя на кухне в гостях. И сегодня хочу показать, как я делаю домашние котлеты. Вот у меня здесь фарш. Он уже прокрученный давненько. Он был замороженный, вот я его вытащила, он разморозился. Хлебушек замочила в молоке. Я его сейчас отожму и прокручу на мясорубке. И лук. Так, нам понадобится еще перец, ну, всякий, какой приправу хотите. Я буду добавлять перец красный, перец черный, соль и одно яйцо. Так, сейчас я все это перекручу и буду, когда все фарш добавлять, я вам все покажу. Итак, мы все перекрутили. Лук, хлеб. Видно вам? Так, все соединяем с фаршем. Добавляем соли. Вот столько примерно. Где-то пол чайной ложки. Ой, пол столовой ложки. Можно еще чуть-чуть добавить. Так. Красного перчика. Черного перчика. Яйцо у меня тоже там. И начинаем все вымешивать. Вымешивать, перемешивать. Кому как удобно, так и назовем. Сначала покажется, что фарш такой какой-то как нестандартный, да, не жиденький. Нет, потом все будет хорошо. Все будет вкусно. Сейчас котлет нажарим. У меня сегодня будет котлет с картофельным пюре и компотик, который на зиму закатывали из яблока с персиками, ой, из винограда с персиками. Наедимся и пойдем в огород играть. Надо малину высадить. Посмотреть лучок там. Ну, вот такой вот у нас фарш получается. Вот видите, он уже стал нормальный. Берем его, делим пополам и слегка отбиваем. Можно отбить прямо в чаше, а можно на столе отбить. Эту сторону тоже тебе. Оп. И начинаем формировать котлеты. Наш фарш насыпаем, можно на стол, можно на разделочную доску. Муки берем, водички. И берем наш фарш. И вот так вот, как в ручках, маленько с ним поиграем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И начинаем формировать наши котлеты. Ручку намочили. И я делаю вот так вот. Раз. Вот как схватила ручкой. Вот такая у меня форма котлеты будет. Раз. Видите? И начинаем формировать котлеты. И со вторым тоже, сколько там, с остальным фаршем тоже так же поиграем, поиграем. Чтобы он податливый такой был. Ручку мочим и делим наши котлеты. Да, что-то я сегодня, похоже, размахнулась котлетами-то. Вот так. И начинаю формировать котлеты. Так, сейчас я ручки вымою.
Я буду формировать в муке. Берем наш заготовок под котлету фарш. И вот так руками. Раз, раз, раз. Можно ручками так делать. Можно лопаточкой. Раз, форму. И все. И вот такая котлетка получается. Все. Ложим ее в муку. Легко и быстро. Форму придаем ей. Раз. Раз. И все. Котлеты пышненькие получаются и мягкие. И обвалим их в муке. Раз, раз, раз. Поправляем. Убираем. Тем временем наша сковородка уже нагревается. Картошка у нас под пюре, для пюре тоже кипит. Все хорошо. Сейчас пойдем жарить. На каждой стороне котлеты будем жарить минут по 6-7. На одной стороне минут 6-7, на другой стороне чуть-чуть поменьше. Сковородка наша разогревается. Берем масло подсолнечное и ложек 7-8. Выливаем. Ну, смотря сколько у кого котлет. Вот я 7 ложек добавила. Ждем, когда разогреется. И будем жарить котлеты. Картошка наша варится. Ой, горячая. Вот. Обычный домашний обед будет у нас. Масло наше разогрелось. Теперь берем котлеты и положим. Будьте осторожны. Масло горячее. Очень горячее. И будем жарить по всем по 6-7 минут, смотря у кого котлеты, размером какие. Вот так. О, красота какая, вкуснота какая. Вот так наши котлеты пекутся или жарятся. Мы их переворачиваем на другую, вторую сторону. И еще здесь жарим минут 6. Можно прикрыть крышкой. О, красота! Картошка сготовилась, все сварилось. Вот мы туда влили копеченое молоко. Картофельное пюре обязательно нужно добавлять копеченое молоко. Картофельное пюре вообще нужно разбавлять всегда копеченым молоком. И добавляем масло сливочное. Вот столько где-нибудь. Шмяк туда. Так. И начинаем нашу картошку превращать в пюре. Какая у меня скалка. Ой, толкушка. И вот так вот в нем. Ну, я сам весь процесс показывать не буду, как я это все делаю. Покажу, какое у меня картофельное пюре получается. Котлеты наши приготовились. Нет, берем нож и любую котлетку нажимаем чуть-чуть. И вот так нажимаем. Если белой прозрачной водичкой утекет сок, значит котлеты готовились. Чуть руку не сожгла. Вот видите, белые. Все. Котлеты наши снимаем и ложим в другую партию. Вот такое у меня получается картофельное пюре. Я его толкушкой так, когда толкла, еще потом так брала и вот так быстро так еще делала. И оно у меня получается как воздушное, как взбитое. Ну, вот такое вот. Ну, а наши котлеты готовы. Мы будем сейчас садиться кушать. Наш обед готов. Сейчас я вам покажу, какие котлеты получаются на разрезе.
Все прожарилось. Мягкий, вкусный. Делайте. У вас обязательно все получится. На этом я с вами прощаюсь. Всем говорю приятного аппетита, хорошего настроения. Пока-пока, до новых встреч!